Гидроскоп из компакт-диска. Используя старый компакт-диск, вы можете сделать очень хороший гидроскоп. Для этого необходимы материалы. Возьмем старый компакт-диск и с помощью клея прикрепляем к центру компакт-диска диск, сделанный из картонной бумаги. Теперь возьмем длинную нить, свяжем жирный узел с одного конца, проведем через отверстие. Теперь держим нитку и даем компакт-диску вращение. Вы будете удивлены видеть, что компакт-диск вращается в одном и том же направлении. Это точно так, как в гидроскопе в ракете. Гидроскопы используются для ракет для навигации. Теперь расположим компакт-диск вертикально. Теперь даем вращение. Вертикально вращающий компакт-диск мягко продолжает поворачиваться, но он будет всегда поддерживать вертикального расположения.